навыки. Так, здесь у нас уровень выживаемости. Посмотрим. Блин, как громко. О, круто. Горящие. Они и так, мне кажется, эффективные очень сюрикены. Когда используете бартер, стоимость товара в магазине снижается на 10%. На 10%. Это мы знаем. Так, тут у нас что? Тут у нас есть... Ой, что это такое? Так, у нас здесь есть... Менять положение. Так. Ага, ну здорово. А это у нас что? Это тоже круто. Тот самый подкат, про который говорил. Здесь используем очко навыка. Мне кажется, это круто. Хотя надо был подкат, наверное, все-таки использовать. Ладно, а здесь у нас 2 очка навыка. На это нам требуется уровень. Тоже. А сколько на одно? По одному, что ли, очку навыку? На каждую можно, да? Но я бы взял вот это и вот эти сюрикены, кстати говоря, можно купить навык. Да, и, наверное, вот посмотрим, что это такое у нас. Не знаю. Теперь мы можем нажать I, и у нас в инвентаре будет 5, что ли, чаек или что? Ёпта твою дивизию. Что сделал, блин? Ладно. Посмотрим, что из этого выйдет. Взрывные сюрикены. А вот там внизу нам пишут постоянно что-то. Замораживающий сюрикен. Ну, это здорово все. Во! Блин, магаз. Где этот магаз? Я все время забываю. Магазин у кладовщика. Блин. Ну, ребят, ну, куда идти-то к этому? Я забыл. А, в лифт вниз. Хорошо, сейчас тогда надо купить анестезин. У нас есть, в принципе, антизин. Антизин. Так это не Райс, а где Райс? Вот это что? Нет, это не он. А, так нам вниз. Ну все правильно. Так я и хотел вниз. А, так нам к нему и надо, к кому я хотел только что, к Райсу. Купить-то у него, ну ё-моё. Брекен так desperate, he's ready to deal with the devil himself, Райс. And since I'm supposed to determine whether or not Райс is the one who stole the GRE's secret document, well, this is the perfect opportunity. Ну, я просто читаю. Загрузка-то быстро достаточно прошла. Я просто читаю, что там пишет. Что он говорит? Ну все, идем тогда. Так, надо выключить фонарик. Будем экономить батарейки. Хотя они тут, по-моему, бесконечны. Это здорово. Jade? Yeah, I copy. Something wrong? No, no, it's... Listen, Crane. We all appreciate what you're doing. And I know you're doing it to redeem yourself. Because Amir died saving your life. Look, I'm doing it because if we don't get antizin from Rice, people will start to die. You know, I met Amir right after the outbreak. I didn't know him for that long, but he was the best, most decent man I've ever known. But I just want you to know that I don't blame you. Amir knew the risk. And Crane, we know that you too are taking a risk to do this for us. Look, Jade. We'll talk when I get back with the antizin, okay? Okay. Just come back in one piece, all right? А ну-ка, гони мне тут всякое разное. Молоток гвоздодёр. Взять, конечно же. Так, это у нас получается уже... Блин, ну у нас так и есть 4 ячейки. Я чё-то не пойму. Ой, не пойму. Чертежи, инвентарь. Так, где у нас этот молоток-то, блин? Во! Смотрите, сколько тут... Блин, ну как это активировать-то? Рюкзак. А, вот, смотрите, можно разобрать, улучшить, починить. Прочность. Починить. А, бляха-муха. А это что с этим делать? А, выбрать... Ну, я вы... А, поменять. Типа так, что ли? Во! А это зачем я все прокачивал? Ну, чтоб типа с собой в рюкзаке носить больше. А, то есть все ясно, все ясно. Могу, когда хочу, поменять.
Так, ну молотка явно больше урон. Ну, так что давайте оставим пока эту половицу. А, половица, половицу, говорю. То есть кусок доски. Ну ладно. Блин, иногда так лоханусь, капец, прям стыдно. Извините, конечно. Половица какая-то. Бред, наверное. Так, стоп, это не Райс, это не тот чувак. Сейчас мы глянем, что тут у нас есть. Yeah. Точнее, в инвентаре сначала. Сюрикенчики, вот они, 4 штуки. Нам, наверное, не нужны. Что-то $1. Чертежи. Какой-то электрошокер. Кабель нам нужен какой-то еще. Коктейль Молотова, ракета. Блин, я не знаю, нужно ли нам... А, ну... Ой-ой-ой-ой-ой, что я сделал? Аптечку, да? Ну, в принципе, неплохо. Так, хорошо. Тогда не будем ничего пока покупать. Идем вниз к Райсу. Ты знаешь, что тут опасно? Ёб твое. Познакомьтесь с Райсом. Блин, капец. Слушайте, как эффектно все-таки. Я не пойму, реально так темно или это у меня что-то глюки? Оп, тень передвинулась. Мне кажется, реально так темно. Так, нам далеко бежать. Блин, ёб твою. Ай, чё? Дополнительное что-нибудь задание. Как перемещаться-то? Я так и не понял. Ну, пипец, ребят. Просто пипец. Так, стоп, а у нас что-то там про ночное видение нам говорили. Нет такого? Может, у него что-нибудь есть? Так, можно, может быть, чертежи, горючая жидкость. Вот он, кабель, кстати говоря. Сколько он стоит? 80. Это там для электрошокера. Вот это можно продать, я не знаю, зачем оно нам нужно. Продать. Может, для чего-то нужно. Полезная, может, штука какая-то, кофе. А я не знаю, может и оставим. Ну ладно, продали уже. Ядовит... Ограниченное... ограниченное предложение? А зачем нам ядовитые лишайники? Купи ядовитые лишайники прямо сейчас. Блин, а где они вообще? А, вот, в магазине. Так, только я их тоже что-то не вижу здесь. Ядовитые лишайники. А, вот это... Можно выкупить, кстати. Блин, что с этим делать-то? Продать все цены. Нет, спасибо, ничего продавать не будем. Точнее, все не будем продавать. Хорошо, идем. Что там было написано? Скип? Или что мне показалось? Фу. Обалдеть. Какого хрена они тут делают? Они же не должны сюда ходить вроде. Да, видите, боится. Хо-хо-хо-хо. Мне кажется, эти чуваки боятся ультрафиолет. Давайте поставим на них УФЭ. О, посветлело. Слушайте, а может дня подождем? Мне кажется, день может настать, нет? Как узнать, сколько времени, ребят, вы не знаете? Мне, наверное, уже идти надо скорее. Просто смотрите, я видел там у одного чувака. Сейчас последний раз, и мы побежим скорее. Не буду медлить больше. Сейчас вот у этого. Видите время сколько? 0:39. По-моему, время идет. Ладно, ссать не будем, конечно, ждать. Я могу, конечно, приостановить запись. И... Но нет, нам надо идти. Так, они здесь. Мне кажется, нам лучше оббегать свет. Честно, что у них со слухом? Как дела? Надеюсь, слух у них плохой. Но их тут очень много, этих чуваков. Здесь у нас можно активировать эту штуковину.
такое называют для ультрафиолета, типа. Так, сейчас будем вот тут все оббегать, вот так вот, смотри, тут трава какая-то, вот все, смотри, тут идеальная, просто идеальная дорога, ну, пока что, вроде бы. Сейчас здесь оббегаем, идем по тропинке, короче, туда нам надо идти. Не идти, а бежать. Так, по-моему, звук какой-то тихий я сделал на наушниках. Блин, реально, как-то, знаете, так прикольно играть. Ну, ладно, давайте. Так, у нас впереди противник. Гребаный противник у нас впереди. Этих чуваков тут реально как-то многовато. Сейчас мы еще посмотрим по карточке. Да, смотрите, здесь достаточно легко. Я думаю, можно пробежать. Вот тут самое главное, на мост забраться. Блин, их реально здесь слишком много, мне кажется. Световую ловушку, ну-ка. Я его убил, что ли? А, нет. Они просто все убежали, мне кажется, отсюда. Я думал, они сейчас, наоборот, сбегаться будут. Так вот, на кого ультрафиолет нужно использовать. Это поэтому-то они ночью... Ух ты, а это... Так, я здесь не спалюсь. Здесь не под напряжением. Случайно, блин, вот там чувак один. Он стряга. Так, нам 30 очочков дали. Блин, а где он? О! Нормально так сидит здесь, отдыхает. Что это там оранжевое? Силёнок не хватает. Ну ладно. Так, хорошо, хорошо. It's Crane, Вулкан. Right? Crane the big... You want something, pal? Let's settle this one. Я не хочу брать тебе дополнительное задание, или что он там говорил. Блин, я боялся, что он дополнительное задание мне сейчас даст. Сюда-то они явно не пойдут. Я точно знаю. По звуку самое главное, чтобы они плохо меня определяли. Так, здесь нет безопасной зоны. Так, подождите, а я опять не в ту сторону бегу, да? Не, ну, в принципе, правильно, я не знаю, как здесь пройти. Здесь что-то под... Гора, что ли, какая-то? Подождите, стоп! Как здесь пройти-то? Через тоннель, а через тоннель я что-то не хочу идти. Горам тоже надо не пройти. Все, меня запалили, короче. Так, ну хорошо. Точнее, не очень хорошо, кстати говоря. Ну что ж, давайте, что мы, через тоннель или как? Или через... Куда лучше-то, как вы думаете? Наверное, туда, направо. Нет, спасибо, блин, опять звук начал пердеть у меня. Вау! Что такие резкие-то и быстрые? Типа они привыкают, что ли, или нет? Вау, 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 какие они быстрые-то, я даже разбежаться не успеваю. Нам хана, короче. А здесь тупичок, друзья мои. Да. Придется нам все заново, походу, начинать. Да, будет забавно. А, подожди, так это не тот, это резвый чувак. Это вообще фигово тогда очень. Это очень фигово. Это еще фиговей. Солнце выглянуло, поэтому погоня отстала. Да сука, так что ж ты будешь делать-то?
Капец какой-то. Да, не научился я еще играть. Вот здесь, кстати, можно было буковку В нажать. Мы могли мы бы оказать безопасную зону. Ладно, быстро тогда. Да. Don't shoot! Don't shoot! Hands up! What the fuck do you want? I'm here to see Rice. Brecken sent me. Brecken? That asshole on the tower? All right. What does he want? Come to make a deal. What kind of deal? The kind I make with Rice, not with his flunkies. All right. Let him through. This ought to be entertaining. Oh yeah. Можно типа перепрыгивать, да? Вход в безопасную зону. Блин, нормально такие бронированные чуваки. Ну или по-любому врагами нашими будут. Стучать и сейчас откроем, нет? Или нам откроют? Нам откроют. Опчики. That you would steal from me. Haven't I seen you somewhere before? Now I give you a choice. Very simple. Your right hand or your left. Left. Was that my left or your left? Короче, очередной чувак, которого мы должны замесить когда-нибудь. I'm here to make a deal. A deal. For Antasy, no doubt. Desperate times. And what do you offer in return? Hmm? Your services? Your loyalty? Perhaps I should take both. Talk to Karim. He's one of ours. Do what he asks of you, and Rise will consider giving your people some Antasy. Understood? I don't seem to have a choice. Перцептив. Выход из безопасной зоны. Здорово, чуваки. Короче, нам надо... Блин, что-то он как-то вообще так спокойно ушел. He's a psychopath. He's also the GRE's rogue operative. Now I've got to cooperate with this piece of shit. Not only because of my mission, but also because he's got a ton of antizen stockpiled. Интересно. Так, надо быстрее читать, а то FPS растут, когда тут читаешь, ну, смотришь что-либо. Так. Че? Да, я из башни, что такого? There you are. Rai said you'd be coming by. I'm Karim. Crane. An American. I have an uncle there. Lives in Texas. You from Texas? You a cowboy? I'm from Chicago. Okay, Al Capone. We'll be in constant contact over the radio. That way I can make sure you get where you need to go. And where's that exactly? You're going to be climbing antenna towers and switching on shortwave radio modulators. Most of my men are too slow, too fat, or too drunk to climb a tower like that without killing themselves. If I do this, I'll get the answers in? That's between you and Rice. I know better than to speak for him. Just don't fail. He doesn't handle disappointment very well. Ну здорово, чё?